субботу тишина под Соборной горой была оглашена ревом моторов и музыкой рок-исполнителей. Вместе с поклонниками быстрой езды мотосезон в Серпухове открыла и наша съемочная группа. Около 300 мотоциклистов из Серпухова, Пущино, Протвино, Чехово и Воскресенска собрались в субботу 4 мая под Соборной горой, чтобы открыть мотосезон 2019. Сделаем круг по городу, на ту сторону Нары переедем. Вот, так, чтобы люди видели, чтобы автомобилисты видели, что мы есть, мы выехали. Ну и как бы, чтобы потихоньку к нам привыкали, а то за зиму отвыкли. Ну, чтобы как бы на дорогах нам взаимоуважение присутствовало. Это просто принято, что первые выходные майских праздников, чтобы как больше народу было свободно. У людей выходные, все, кто болеют этим мотодвижением, приходят, участвуются. Многие люди, даже кто не получилось приехать на мотоциклах, приходят просто пообщаться, поздороваться, увидеть друзей. Мотоциклисты проехали колонной по Советской улице до вокзала, затем по Ворошилово до моста через Нару, выехали на Пролетарскую и по Шуруповскому мосту вернулись обратно к подножию Соборной горы. Когда всю зиму мотоцикл стоял, то есть нужно пообщаться, нужно вспомнить, нужно посмотреть, у кого что, кто что обновил, кто на новом приехал, кто сделал тюнинг какой-то определенный за сезон. То есть это вот главное обсуждение, потому что не хватало всю зиму именно вот этого общения и мотоцикла. Ряды серпуховских мотоциклистов из года в год пополняются молодежью. Более опытные товарищи передают свои знания начинающим, уделяя большое внимание безопасности. На самом деле, случайно я как-то влилась в эту тему. У меня супруг, мотоциклист, мы с ним познакомились, и он меня, по сути, заразил этой темой. Вот, и я теперь тоже, с 15-го года я теперь официально мотоциклистка. На второй сезон я поехала в Крым с мужем. Вот. И после этой поездки я поняла, что опыта мне доставил очень много эта поездка. Специально к открытию мотосезона был приурочен рок-фестиваль. На сцене под Соборной горой выступили группы из Москвы, Тулы и Серпухова. Первые будут выступать гости из Москвы. Группа называется «Кулаки в карманах». Я сам представляю серпуховскую группу, группу «Антарктика». Мы уже 15 лет занимаемся музыкой. Сегодня мы будем выступать вторыми. Следом будет идти, я так понимаю, команда из города Тулы, Rusty Train. И завершать весь фестиваль будут группа, представленная Дягиль. Собравшихся порадовало и выступление шоу-балета «Crushing Ladies». Рок-фестиваль обещает сделать наш город еще более привлекательным для туристов, приезжающих в Серпухов на открытие мотосезона.